И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть классные постройки, поднимать вам настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Давай, удивляй, показывай, поднимай настроение всем нашим подписчикам и новым зрителям. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на канал. Быстро. Дима сказал быстро. А, в него можно садиться. То есть я сейчас буду пьяницей, я так понял. Ого, ты быстро сел. Так, ну давай, залазь в него. Закрываю. Это что ты там, закрываю. Получается, будешь спиной лежать? Дима, ну у него как-то походняк стрёмный. Я вообще не управляю. Димас, я просто нажал на две кнопочки, он выставил руку. Смотри, нажал на кнопочку, убрал. Нажал. Он сейчас упадет чуть-чуть. Вот, я перестал ходить. Опять. Диман, прощай. Бу, ты споткнулся, а папка. Папка, встал или об ногу? Так, экстренный выход. Это специальное отсоединение руки. Я просто не знал, это же видно, это секретный... Секретная технология. Смотрим следующую постройку. Это у нас... Человек-пук. Дима, ну что ты на... Ну что это такое? А что это? А ты не видишь, что у него между ног? Это... А, это кто-то поставил. А, это подставка, я неправильно понял. Тю, блин. Это же, ребята, подставка. Это подставка, а ты что подумал? Какая-то стрёмная. Я не выдержал, я терпел, я не могу. Ну как не засмеяться от такой подставки? Дим, тебе не кажется, стрёмная подставка? Ребята, ставьте лайк за подставку. Прощайте, пацаны. Прям в голову, бум. Вот это прилетело. Так, я пушку достал. Неплохо, неплохо. Смотрим следующую построчку. Это кубик из какой игры? Из, как ты говорил, я помню, эта игра называется... Как? Clash Royale. Чего? Какой Clash Royale? Это же из Портала, Димас. Portal. Я знал, я просто проверил, знаешь ли ты. Знаю ли я Портал? Да. Она как-то похожа, но не до конца. Дима, что она не ездит? Что за говно? Что она делает вообще? Ого, тут внутри сколько всего. Ну да. Она может музыкальная или просто так сильно, типа понты? Нет, 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 сразу можно кое-что сделать с ней. Так, Димас, попрощай. Я думал, ты сейчас там останешься. А, я хот... надо было там не остаться. Ну такая, ребята, постройка. Просто кубик из Портала. И все. О. О, да. Это тоже из Портала, пушки. Да, из Портала. Сейчас мы активируем только эту штуку. Где-то тут должна быть включалка какая-нибудь. Блин, у нас с этой стороны вообще классно смотрится. О, включил. И чё? Ну и чё? А, там датчики выравнивания стоят, да? Во. Так, ну и как-то его запустить еще как бы надо, да? А, можно внутрь сесть. Давай-ка посмотрим, как туда зайти. Так, ставим вот эту штуку. Поднимаемся. И... Да не, нельзя, наверное. Можно, 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 можно. Что там приуныл? Смотри. Пушка, не унывай. Что-то как-то все поломилось. Так, я себя выровнял. Я пошел. Да я и поставлю на подставку заново. А чё это у меня на газ за... Да пацаны, наверное, ее поломали. Прощайте. Нет! Да, да, Диман, да. Акула, говно. Это акула! Здоровенная акула! Во, а что это за кабака такая, сбоку? Как тебе такая акулиха? Очень нравится. Давай очень. Я поставим нормально. Да что с ней не то? А что она сразу она неправильно поставилась? Да потому что тут нет воды. А где ты в скрап-механике видел воду? Вот ты мочишь, Диман. Вот так сделаем. Давай, давай хотя бы вовнутрь зайдем. Низкая посадка, как говорится. Вот, смотри. Я вовнутрь, Диман, захожу. Да, кстати, эта акула очень здоровая. Мне она нравится. Зубы у нее вообще шикарные. Зубы, конечно, а где ты в голове? Смотри, смотри, Димас, зубы. Вот если так посмотреть, у нее тут очень блендомет. О, конечно. Так там можно сесть за руль, Димон. А, да? Садись. Да, я сейчас сяду за руль. Так, а, во-во-во, сюда можно заходить, вот оно что. Вот, так я там дырку уже сделал, только руль вот немножко не там, надо через пасть. Так, 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 так. Давай-ка тогда я положу просто. Уже. Да нет, Димон, я сейчас сделаю, стой, я сейчас зайду. Я уже рядом. Ты управлять-то не сможешь, потому что она на подставке. Так давай я подставку уберу. Так убирать? Давай-ка. Ты сел давай. За руль, Диман? Это не я сел, там человечек какой-то сел. О.
Ну и чего? PUBG за рулем. А чё она ничего не... А, хвостом вот, шевелит, смотри, Димон. Всё, Димас, я поехал, я акула. Ускорители есть, и хвостом шевелит. Надо, короче, эту подставку сбоку просто убрать, и все будет окай. Ого, она летает! Да ну нафиг! Это летающая акула? Да. Да ну я такого не ожидал. О, я еще и пастью могу хлопать. Сейчас я подставку эту уберу. Блин, не могу близко подойти. А, она летит. Ну куда она такая быстрая? Нифига себе. А как она взлетает так-то? А вот так вот. Ты, Димон, за рулем сейчас? Да, 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 да. Давай спускай свою акулу. У нее плавник еще есть такой. Блин, я тоже хочу полетать. Спускайся, меня возьми. Спускаюсь, спускаюсь. Только не жестко, мягенько. Бур-бур-дум! Представляешь, я бы сказал жестко сесть. Сейчас я уберу эту подставку. Во, все, подставка убрана, можно залазить. Во, Димончик. А где мне сесть? Ты до конца убрал. Ничего страшного. Диман, садись тогда, садись, садись. Все, я все, давай, погнали, Димон. А, погнали? Давай, включай движки. Ух, тут вверху куча датчиков, я вижу. Нормально, нормально. Мы летим. Ну такое себе удовольствие. Ого. Как тебе? Норм. С высотища. Димон, сейчас буду спрыгивать отсюда. Все, я спрыгнул. Прощай, Димон. Она тебя прожевала, Димон, с этой акула. Да-да-да. Я лечу и стреляю по тебе. За что? Да, было бы за что, убил бы. Да-да. Ты чё, спрыгнул? А, Димас, это акула, в которую воткнули этот крюк из рафта, Димас. А, я вижу знакомая штука, крючок, да. Это акула из рафта, который этот еще. Ну, этот, как его? Ну, ты понял. Я понял. Ого, это ты сделал? Да. Блин, это, конечно, мощная тема. Так одна бомбочка, вот эта твоя круглая. А, нет, Димон, сейчас взорвется, заново ставь. Блин. Не успел рассмотреть даже. Пацаны, как, прекращайте. Как вот. У нас сегодня серия роботов. Подожди, подожди, подожди. Где так тут написано, сесть? Что этот робот Rust. Ну, типа из Rust игры. Ну тут нема где сесть, это просто робот. Можно сесть. Должна где-то кнопка быть. А, не, я вижу, ты сел. Дима, смотри, сейчас воткну. Это у тебя. Ого, у тебя ножик в руках. А ну подожди сюда, сейчас тебя воткну. А он ходить не может, он просто стоит. Неплохо, давайте, неплохо. Подходите один на один. Я тебя буду расстреливать, тебя буду. Давайте ставьте еще одного робота и будем драться. Че, тебя не разрушило? Нет, я дикий. Я хочу бомбу на ком расстоянии поставить, чтобы тебя чуть-чуть разрушило. Нет. Бум. Где, это, короче, гопник этот, робот. Робот-гопник? Нифига да, себе, да, ты придумал. Ножечка тебя. Ножечка. Вот. Это у нас птица какая-то. А, это черепадла. Динозаврик. Какой динозаврик? Так примитивно, но работает. Прикольно. А ну посмотрим, бомбу тянет на спине. Да. Спереди теперь ставим. Че, тяжело, Димон? Тянет? Не, пойдет, пойдет. Давайте я еще встану на него. Стой, стой, стой. Давай сзади еще одну поставим. Че, не тянет больше? Да как он тянет? Оно ж тяжелое. Димон, стой. У меня есть для нее сюрприз. Как бы этот сюрприз поставить? Да не ставить. Сильно она большая, чересчур. А ты наверх этих бомб колючек поставь. Ставлю. Наверх прям. Все, погнали. Ого. Нифига себе тянет. Он на трех лапах, у него одна не работает. В общем, ребята, это робот-грузчик. Ух ты. Сейчас вам такие вещи будут. Вы сейчас будете просто орать тут от страха. Все, Димас, садись, садись, садись. Я сижу, я сижу. Все сидите, сейчас, короче, вы орать будете, пищать тут.
Да. Ух ты, нормально, Димон, пойдет. Только немножко кости поломало, и голова отрывается. Ну мы едем. Да, со стороны посмотрю, как оно. Угона. Она аж прыгает. Вот это психованная карусель. Дима, ну ты псих. Успокоим ее, да? Давай. Говорит, тихо стало. Только спокойствие. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.